Здравствуйте, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь. И это игра Titanfall 2. Что ж, я решил постримить с вебкой. Единственное, только я не знаю, почему постримить. Почему постримить? Записать с вебкой. Единственное, только я не знаю, почему-то у меня вебка первые секунд 20 лагает. Поэтому я не знаю, с чем это связано и как это исправить. У меня никакой такой проблемы не было. У меня эта вебка уже со времен царя Салтана. В общем-то, я не знаю, что это такое. Может быть, сама вебка уже начинает троить, либо еще что-то. Ну, да не суть. Вот, попробуем, посмотрим. Я не знаю, люди говорят, что с вебкой интереснее. Ну, я не против. И некоторые игры я не буду с вебкой стримить. Допустим, такие, как Life is Strange. Ну, Титан там, либо какие-то хорроры. Хорроры, я считаю, они само собой должны быть с вебкой. Это плюс к атмосфере. Ну, так вот. Ладно, давайте не будем затягивать. Так, ну что ж, друзья, нас немножечко откинуло по проходосику. Ну ничего страшного. Так, ребятки, на тебе чемоданчик. Бум! Как тебе? О, смотрите, по стелсу ползет. А, ты с другом? Это типа ты отвлекающий маневр? На тебе, блин, пинком по голове твоей железной. Так. Ладушки. Что ж, сейчас если мы перенесемся, то там будут у нас псы в очень большом количестве. Поэтому мы пока, наверное, здесь походим. Ну, давайте покажу. Смотрите, оп. Видели, да? Сразу меня куснули. Привет, парни, как дела? Да ладно, что вы убегаете? Пилот, пилот, первым делом нашим делом самолеты. Ну, отдам мы там потом. Ну ты какой, ты посмотри. Ага, у нас тут нано-современное стекло, понял? Непробиваемое. Где пилоты сейчас? С дробовика стоять, стрелять на дистанции. Ну ты, парень, вообще, ты какую военную подготовку проходил? Зря этого робота, блин, он был не при делах. Блин, вот какой я вообще... Ну, честно скажу, меня совесть мучить не будет. Ладно, все... Давай сюда. Петя, Петя, лови меня. Петя, возьми меня. Возьми меня целиком, быстрее. Ох ты. Схватай, хватай. Что ваши действия в прошлом настроили оставшуюся автоматизированную охрану против нас и в настоящем? Да. Немножечко мы тут всех взбудоражили и в прошлом, и в настоящем. Блин, вот их тут вообще дофига-то, а. Все? Кончились? Так, ну-ка, давай-ка меточку поставим. Не, он еще ходит. Я, ребята, вас вижу. Вы с подсветкой, вам не повезло. Выполнить задание. Я отметил местоположение пульта управления. Воспользуйтесь мостом, пока платформа испытаний искажающая. Ребятки! Оу, ребятки! Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Следим, возможно, когда у нас появится. Так, вот этого мы добиваем. Давай, добиваем так. Готовченко. Так, подожди, а как нам сделать щит? Нет, нет, это щит. О! Ну, это не щит, конечно, но это тоже хорошо. Так, я не знаю, надо немножко потише сделать, чтобы игра меня как бы не перебивала. О! Роботы. Куда пошел? Куда пошел, я сказал? Лежать мертвым на земле. Все, да? Титан врага уничтожен. Да, лучше сразу Титана уничтожить, ну нафиг, чтобы потом никто не лазил. Титан, и у нас получилось новое оружие, ион. Давайте почитаем его характеристики. Винтовка Сплинтер. Энергетическая винтовка, основной энерговинтовка, вторичный спринтер, тратит энергию. Вихревой щит, перехватывает вражеские снаряды, так, это ясно. Разрядка, мины и лазеры, лазер лучом, лазер
пулевой лазерной высокой стрельбой, тяжелой лазерной пушкой и в груди титана. Так, ну непонятно вообще, что это. Ну-ка, на джика что? Так, это у нас... Типа что, таких-то турели, что ли? Пилот, я обнаружил пульт управления мостом, ведущим кольцом. Я пометил его местоположение. Так. Ой, простите. Я вот пытаюсь вспомнить просто управление еще. Не играл несколько дней. Сразу все позабылось. Тут как-то просто можно ментить задание. А, о, тихо. Да, ага. Ясно. С этой стороны тоже чисто. Блин, слушай, а я тут пройти не могу. Ладно, Питер, бросай меня. Что ты скажешь? Я дальше своим ходом. Здесь все, да? Ты только аккуратно тут там. Пип-пип. Я тебя на сигналку поставил, тут тебя опять угонят. Так. Блин, классная вот эта система, да, такой ножик вот вообще. Универсально тебе и ножик, и флешка, и все на свете. Так, ой. Теперь нам нужно пробраться туда. Ты куда, друг? Ты меня-то... О, нифига. Даже так можно залазить. Так. Ребятки, ничего лишнего. Да хорош тут пылить-то туда-сюда, давай. Бля, а чё вы не умираете-то? Не понял. Умри! Умри! Да не! Во, давай так вот. Ну-ка. Всё. Нормально. А мне вообще надо сюда... Ух ты, ё-моё. Вообще там безопаснее, можно было там, конечно, не париться. Настя скажет, типа, ё-моё. Всё, мне экран побелили. Купер дышит. Ну, мы дышим, это радует. Митя. Ой, лохматый, не бритый, надо хоть побриться. Тут свой включила. О, нифига себе. Да, помню эту сцену. У тебя будет болеть все, все утром вообще. Все, что можно болеть, у тебя все будет болеть. Ну-ка. В общем, ясно. Очень эффектное зрелище, да. Тут какой корабль такой врезается. Так, хватаемся. Привет, парни. Как оно? Смотрю, не очень. В общем, нам нужно к ядру. Ой, искажение какое-то. А, ядро у нас получается вот оно, да? Но нам надо, по-моему, через верх. Или здесь мы тоже можем пройти? Слушай, ну почему нет? Я просто не понимаю, что нам может вообще помешать нам тут пройти. Например, моя тупость. Нет, сами, моя тупость даже нам не помешает. Так, давай. Садища-то какая. Я бы себе такое место ночника дома поставил. Нормально было. Внимание, нестабильность, что-то там. Сканирование, идет сканирование. Так, изображение, анализ сигналов. Проверка временного, анализ записи. Все. Все просканировали, все засканировали. Валяемся, отдыхаем. Отлично, пилот. Сканирование завершено. Андерсон узнал, что АМС планирует уничтожить гармонию, планету ополчения, с помощью действующей модели этого орудия. Пилот Купер, мы еще не закончили. Мы должны передать эти данные флоту. Все, наша игрушка портал времени сломалась, да и по сути она уже не нужна, потому что ядро разнесено и все такое там подобное. Мне интересно, как долго были в отключке и как долго вот так вот пяти... Тренировал свою речь и сидел на картах. Ну, понятное дело, что он не тренировал свою речь, потому что это робот, и у него с дикцией и подачей информации все в порядке. Вот. Просто сидел и ждал. В мозгах там пасьянс играл. Я надеюсь, звук, кстати, есть. Ну да, вроде по микшеру вижу, что есть. Давайте загрузку пропустим. Так, и у нас новая локация. Маяк пройден. Андерсон мертв, но если нам удастся наладить связь с флотом, мы сможем локация завершить его задание. Еще. Перейти с астрономическим маяк, он может нам пригодиться. Так, секундочку. Надеюсь, что кто-то из своих окажется на связи. Есть лишь один способ это проверить. Выполним свою задачу. А ты меня не хочешь подождать, друг?
Бросил меня такой, я тут понимаю, что еще в непрогруженной локации лагаю, а ты уже ушел. Сканер фиксирует минимальную мощность. Потребуется ремонт. Возьми меня на лодке, мне неудобно. Че ты меня не берешь? Да я... Внимание, фиксирую несколько объектов. Вообще капец. Фиксирует он несколько объектов. Обнаружен противник. Ловцы, похоже, запрограммированы на штурм комнаты управления. Э, дядя, ты никого не забыл? Меня, например. Так, а вот у нас дробовик. В тумане обнаружены следы ядовитых химикатов. Что это за туман? Сканирую. Туман представляет собой токсичный выброс энергосистемы маяка. Рекомендую вам находиться в кабине при содержании... Так и я изначально тебе на это намекал, что мне надо находиться в кабине, а ты что-то... Пилот, я обнаружил бойцов ополчения в комнате управления маяком. Они передают сигнал бедствия. Подключаю. Так, Титан Ронин. Ну-ка, что мы тут нашли? Рекомендую помочь им уничтожить ловцов, а потом напрямую связаться с пехотой ополчения. Жарко что-то. Так, что мы взяли? Ну-ка, подожди-ка, Ронин. Ну-ка. Ого. Это типа дробовик для нашего Титана, да? Ну да, дробовик с большим разрядом поражающих элементов. Так, Кьюшка наносит врагам урон и замедляет их. В ядро, ядро меча. Электризует меч, усиливает атаку, блокирует мечом. Так, быстро направленный фазовый сдвиг. Блокировка мечом уменьшает урон на 7 вражескими выстрелами. Блин, ну не знаю, да, попробуем. Так, ну-ка. Типа вот так вот зажимаешь, блокирует, да? Ну-ка, Кьюшка, чё? Всё, иду, пацаны, иду. Сами понимаете, новое орудие. О, что там за стрельба такая лютая? Кого тут поливать свинцом? Говори, показывай. Вот они. Все, что ли? Блин, что так быстро кончается? Ой, не-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 не. Что-то мне не нравится. Мой корпус весом 40 тонн справится с мелкими врагами. Что, весом своим хвастаешься, да? 40 тонн, 40 тонн. Так. Да, ну сейчас еще покрупнее враги появятся, по-любому. Давайте посочнее цели, что такое? Угроза нейтрализована. Отлично. Эта победа подняла коэффициент вашей эффективности. BT-7274 силам ополчения. Все угрозы нейтрализованы. Все, пацаны. Эти ловцы все перли. Долго бы мы тут не продержались. Да ладно. Наружный шлюз. Заходите. Благодарности не стоит. Наша работа, все дела. Че, мне, наверное, выходить пора? Капитан, что там с маяком? Нет питания. Контроль над маяком утрачен. Чтобы перезапустить систему, нужен вот такой прибор. А то этот накрылся. Классификация – дуговой инструмент. Функция – выработка до 5 мегаджоулей энергии. Да, мы знаем, что это. Почините его. К сожалению, нет. Сенсоры показывают, что на подстанции есть еще один, но спуститься туда почти нереально. Не годится этот маяк для людей. Понял вас. Пилот Купер, рекомендую соблюдать осторожность при перемещении по подстанции. Вы должны найти дуговой инструмент. А, то бишь, людям перемещаться нельзя, ну а я-то не людь. Я пилот. Меня считают тоже за робота, как и нашего Титана. Ну ладно, что, давай уж. Удачи, пилот. Давай, удачи там. Ладно, дальше опять будем сейчас в солянку тут пытаться разгребсти. В опасной локации все такое. Ну ладно. Мы прогрузились, а что тут по патронам у нас? По патронам у нас тут ничего, одни только роботы и вентиляция. Сейчас локация прогрузится, немножко поддергивается. Типа что, турель? Что, помочь? Ну вот здесь вот подкрути. Да, вот это вот тыкни, ага.
Так, вот проводок этот перецепи, ну видишь, клинит. Чё там тычешь? Чего он тычет? Там же кнопок нету, ты чё? Ничего себе. Ну ладно. Пойдем дальше. О, еще один. Кажется, они могут втягивать голову вовнутрь, как черепахи. Вот почему их так трудно убить. Надо было тут все затраить и свалить к черту. У тебя на все один ответ, Ларри. Фига у вас тут турелей. Будьте начеку. А, тащите другой... Фу, улети. Дуговой инструмент. А где этот дуговой инструмент вообще находится? Последний пилот в нашем отряде пошел туда пару часов назад и не вернулся. Так, погоди. Слушай, это, по-моему, тут неспроста, да? Система ниппель. Давай мы пока здесь посмотрим, здесь тоже можно пройти. Пилот, я подключился к дисплею вашего шлема для наблюдения. Если вам потребуется помощь, канал открыт. А что ты мне можешь помочь? Бити, напомни, что я тут делаю. Вы должны забрать дуговой инструмент. С его помощью мы сможем запустить систему питания и восстановить работу маяка. Мои сканеры фиксируют энергосвет инструмента на подстанции. Понял. Бити, что это тут со стенами? Сканирую. Неизолированные силовые цепи. Контакта с ними следует избегать. Продвигайтесь вперед с осторожностью. Такое ощущение, что у нас персонаж вообще ничего не знает. Что это такое? А что это такое? А что будет, если туда? Вообще капец. А что так? А что не так? Ну ладно, здесь понятно, что делать. В общем, ясно дело, ток не трогай. Бяка-кака убьет. Что тут спрашивать у робота? Петя нас потом будет думать, что мы вообще полны ни о чем. Кстати, ну на самом деле я мог тоже не спрашивать этот вопрос, не задавать, и все нормально было. Что горело? О, новая пуха, ну-ка, подожди-ка, сколько там зарядов в ней? Ну-ка. Блин, так-то прикольная тема. Ну, блин. Ну, дробовик мне пока роднее, я к нему прирос как к родному, поэтому я пока его оставлю. Сейчас, ты стреляешь, что ли? У нас тут врежены появились. О, ребятки. Как я раз вас видал, лежал радио. Ой, ребята. Ну, долетит, нет? Оп. Он долетел, ну-ка. Нет. Не долетел. Так, подожди. Блин, походу по этой штуке надо пробежаться, да? Йоу, спокойно, летающая хреновина. Успокойся. Так, кто меня убил? Где этот мерзавец? Где этот негодяй? Где этот подлец, подонок? О, нифига себе, сохраненка была как раз. Да что такое светится? Так, давай-ка сюда. О, привет, пацаны. Я понял, откуда меня убили. Меня убили с этой стороны, пришли, да? Да сдохни ты нафиг, быстро. Все. Тихо. Че ты прилетел? Тихо. Бамбалейла, разорву я вам сейчас тут аворту. Хорошо. Хорошо живет на свете Винни-Пух. О, лови. А ты что там умираешь-то? У меня совесть. О, бежим. А, он жив еще. Я думал, сейчас сдетонируют, как обычно. Они что-то бывает такое, практикуют иногда. Так, этих не трогаем, это у нас рабочие роботы. Делают вид, что они работают. Пусть делают. Дальше. Так. О, прибежал. Ты что, потерялся, что ли? На обеде задержался, я так понимаю. Откуда? А, еще вот, летающее чучело. Так, ладно. Здесь у нас все. Нам туда, да? Стой. Ну ладно. Оттащите. Сказано тащите, значит будем искать и все. Блин, у меня патронов мало. Надо рубаш. Отыщите. О. Так. Оба, тихо. Вот.
будто в лабиринт попал. Глубина большая. По данным сканеров, максимум 300 метров. Ничего себе. Что это за место? В базе данных компьютера со станции оно обозначено как энергосистема астрономического маяка АМС. Ясно. Тут ничего не ясно. О, я помню. Что-то не долетели. Погоди, нам надо... Вот сюда, да? А, нет, не. Нам надо на противоположную сторону. Вон туда. Я лечу. Хватайся. О. Так, это свои. Обнаружена аномалия. Взлом произведен. Вентиляция отключена. Не бойтесь, прыжковый модуль смягчит падение. О, блин, у меня аж дыхалочку перехватило от такого прыжка. Как будто сам падаю нафиг. Че, где вы, черти там? Нет, тут никого. Ну, тут у нас дверь есть, мы сейчас ее вскроем. Мы ее сейчас грубым движением пальчика вот так вот. Пыньк! Пыньк! Требуется... Ага, ясно. Распынькался тут. А пынь-то не работает. Вот так, придется искать. Так, он, по-моему, с оружием, да? Я не уверен. Ага. Не, это у него не оружие, это у него какой-то инструмент. Ладно, полетели. Ой. Ничего, тут мне никто даже отпор не даст. Вот ты, например, мне? Не хочешь? Ну попробуй. Ну как хочешь. Я пострелялся бы с тобой. Дай поносить. Спасибо. Пилот, вы добыли дуговой инструмент. Возвращайтесь в комнату управления. Мы готовы завести систему. Так. Ну-ка попробуем. Прикольная игрушка. Так, она у нас на какую циферку теперь? Как эту штуку включать? А, на С она у нас, на С, все, понял. Понятненько. Подождите-ка. Я хочу здесь посмотреть, что здесь. Так. Это свои пацаны. А ну-ка. Подожди. А, то бишь, им она вообще никак не угрожает, да? Я понял. Давай. Нет. Так, подожди. Там на другую еще сторону есть. Давай. Отлично. Там шлем, да, по-моему? Ну ладно, я, в принципе, за ними не охочусь особо, поэтому... Параллельно. Так, ребятки. Вот вам подарок. Чтобы не грустилось. Тупые вообще. Нормально, а я умный. А я умный, просто пошел, того робота оставил, меня убил. Вот такой вот я молодчинка. Умчинка-перчинка. Так. Дай, мазафака! Как бы сказал Олег. С канала Олег Гейм. Что-то жарко. Жарко тут, ребята, у вас, реально, что-то как-то. Очень жарко. Подожди, что валяется? Блин, у меня патрон мало. Ладно, у меня еще есть другое оружие. Блин, а у меня и на этого патрон тоже немного. Печалька. Ой, полоса препятствий тут. Бегом. Оп, успели. Блин, тут еще. Игра на самом деле радует своим разнообразием действий в ней. Вообще, ну, так неплохо. Так то одно, то другое делать. В общем, так прикольненько. Нет, блин, сдуло нафиг. Сдуло меня просто напрочь.
Так, она типа уже работает, да? Ну ладно. А мне надо вон туда, то бишь нам сначала надо по теории вот сюда. И теперь так вот продвигаемся и так бью. Не, ни хрена. Бью, не сработал. Так. Может, нам не надо прыгать? Да так, тем более не успею, ну-ка. А эту мы никак... Не, мы никак не остановим, да, наверное? О, есть, все, нормально. Я бы прыгать, да и все. Просто на прыжок получается. Ты тратишь скорость. Там, понимаешь, сопротивление. О, я понял. Блин, плохие новости. У нас нету патронов. Ты что там скачешь, ё-мо? О-о-о-о! Блин, зараза. Ну сейчас мы лучше у них оружие заберем. Где? Иди сюда. Ладно. Я не вредный, так. Это что? Ага, ну-ка. Ой, нет. Не-не, давай так вот. Эту пуху. В принципе, что я стесняюсь у них забирать? Им уже не надо, а мне полезненько будет. О, отлично. Почти 200 патронов у нас прибавилось. Ну, не почти, в принципе, а 200. Так, ясно. О-о-о. Это нам сейчас там куда лететь? Ну-ка, ну-ка, подожди, давай. Давай, покажи мне. Проинструктируй меня. Нифига себе. Ну, давай попробуем. Ё-моё. Офигенчики. Это типа еще до сих пор на воздухе? Тихо. Так, отключили. Отключили. Оп. О. Идите скорее в комнату управления. Да и не надо слов. Ты налей мне чашечку чая, дай мне пару печенек и все. И не надо благодарности. Хотя от вас... Фу. От вас и благодарность это не до... Да иди ты быстрее, что ты ели? Что ты вообще дрожишь, ему? Что, боишься, что ли, меня? Да ты не бойся, я не кусаюсь. Только иногда. Когда кушать нечего. Так. Сейчас прогрузится. Теперь можно запустить энергоснабжение маяка. Эти все что-то тут чинят. Симуляторы работы. Рад, что вы вернулись, сэр. Как раз вовремя мы восстановили систему, осталось лишь подать питание. Пилот, силовые реле в камере отключены. Вы сможете запустить их вручную с помощью дугового инструмента. Я надеюсь, что инструмент стоил всех мучений. Куда шмальнуть? Я понял тебя, сейчас. Осторожно, выявлен высокий уровень радиации. Костюм даст вам лишь временную защиту. Рекомендую двигаться быстро. Я бы там не задерживался, иначе можно не слабо так поджариться. Ладно, открываю дверь через 3, 2, 1, вперед! Вперед! Что тут заряжать-то надо? А, ясно. Давай, быстрее. Все. Отлично, пилот. Питание восстановлено. Отлично, питание есть. Фух. Открыть заслонки. Запускаем маяк. Открываем заслонки. Диагностика завершена. Мощность. 100%. Ну, ребята, вы мои должники. Запущена перенастройка модуля наведения. 50%. 70%. Какая штука. Это у нас сейчас будет кабель наловить, да? Выявлен сбой. Аварийное отключение. Нет, не будет ловить. Капитан, модуль наведения отключен. Проклятье, держу пари, АМС на подходе. Разумное предположение. Маккорд, можно обойти этот модуль? Нет, сэр. Если только мы не хотим отправить сообщение всему флоту АМС. Придется чинить этот модуль вручную. Пилот, теперь вся надежда на ваши таланты. Похоже, пилот, придется нам еще раз прогуляться в пекло. Устранить неполадку на месте и вернуться сюда как можно быстрее. Ну, кто сомневался-то вообще, а? Найдите рабочий модуль наведения. 268 метров. Днем. Давай внутрь.
режим пилотирования включен. Что ж, друзья, ну а мы с вами будем продолжать уже дальше творить беспредел, мясистый такой, жесткий, прямо как утренний кофе. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр, кто досмотрел до конца, вам вообще особый респектос. Служил на благо своего канала и своих зрителей Игорь с канала Energy Gaming TV. Играйте только в хорошие игры. Всем пока.